И как Вегас после бомбежки? А других цветов дыма не бывает? Так вот он, корень зла. Боже, пес! Эй, ты живой? Живой? Да я живее всех живых. Кажется, я узнал новый фокус. Так, сюрприз. Боже мой. О, да. Гораздо круче старых. Дилсон, это совсем не круто. Нам надо решить твою проблему, а не усугубить ее. А ты думаешь, Августина сидит сложа руки? Мне нужно качаться, если я хочу выйти биться с бетонной леди. А я этого хочу избежать. Слушай, можно ее по-другому прищучить. По-другому? Это как это? Я кое-кого знаю в Сиэтле, в том числе в полиции. Нет, они могут нам помочь. Опять у нас выходит, что прилетел волшебный Реджи и всех спас. Да это не твоя проблема, а моя, понял? Эй, кто-нибудь, слышите меня? Вот, смотри. Хочешь кому-то помочь? Спасай прекрасную даму. Это не... Сюда! Ладно, ладно, пойдем оба, хорошо. О, нет-нет, ты нужно... иди играть в суперкопа, окей? А я через минуту догоню. Ладно, но только никуда не уходи. И ради бога, ничего не трогай! Я буду трогать, что захочу. Начнем с тебя, малыш. О, да, вот это точно может вызвать привыкание. Красивенькие. Сейчас... Порядок. Ага, это подойдет. Ага, это подойдет. О, да, вот это точно может вызвать привыкание. Круто! Надо будет посмотреть, может и в городе такие найдутся. Эй, Делсин, давай сюда. Ты ни за что не догадаешься, что там пищало. Иди сюда, понял? Тут автобус с медиками застрял. Я уговариваю их вылезти из автобуса, но они не хотят бросать оборудование. Ну скажи, чтобы держались. Я их вытащу. Делсин, я знаю, что ты задумал. Не смей. Я только что вынес эскадрилью квадрокоптеров. Автобус уж как-нибудь раскопаю. Так, это надолго. Нужно что-то придумать.
Да, я супергерой! Делфин, я же просил! Извини, Редж, но из-за моих подвигов тебя плохо слышно. Делфин, я не... Ой, не слышу. Может, звук отключился? Ну все, дальше путь свободен. Докатимся до Сиэтла с ветерком. Эй, Регги, открывай давай. Ты издеваешься, что ли? Алло. Делфин, есть проблема. Тут, короче, пассажиры видели, как ты выделывал свои фокусы. И? И они тебя боятся. Что? Я тебе говорил, народ не очень любит биотеррористов. И что они хотят, чтобы я сел в последнем ряду как неудачник? Нет, они хотят, чтобы ты вообще не садился в автобус. Ты им тут не нужен. Если ты поедешь, они все выйдут. Ну и пусть выходят, мне пофигу. Я сейчас вообще эту дверь вынесу. Не смей, даже не думай. Эти люди никогда еще такого не видели, они боятся. Ясно, можно их понять. Да поехали уже! Сэр, да погодите вы! Слушай, я перевезу их через мост и вернусь за тобой, ладно? Это 5 минут. Извини, но не могу я тебя впустить. 5 минут. Угу. Ты на телефоне навигатор включи, на случай, если придется разделиться. А, то есть, как сейчас? Внимание! Скоро начнется запланированное выведение из эксплуатации моста номер 520. Всем пешеходам и транспорту приказываю... Ага, будем иметь в виду. Делфин, я переправил их на тот... Дес, уходят с моста. За тобой вернусь. Реджи, ответь. Что происходит? Алло?
Отличная штука. Быстрая регенерация. Почему он живой? Слушайте, я просто иду по тоннелю. Теперь мой! Ладно, я сдаюсь. Только не убивай. Видишь, мы не монстры. Расскажи людям. Внимание! Запланированное выведение из эксплуатации моста номер 520 на 11 км. Это было последнее предупреждение. Реджи! Реджи, что происходит? Это что сейчас было? Реджи! Ну, брат, отвечай! Вот это да. Это был мост? Я иду. Ну, ретранслятор, твори свою магию. Попробуем. Давай следующую партию, космос.
Так, так, спокойно. Бетти, я лучше перезвоню. Надеюсь, вы ни во что не вляпаетесь. Да мы туда и обратно, правда. Сейчас я немножко занят. Слушайся брата и не ищи приключений. Бетти, давайте я попозже перезвоню, ладно? Ладно. Будь осторожен. Удачи. Держись! Ну, держись. Еще немного. Эй, да хватит уже! Помоги мне! Че, опять руку свело? Делсин! Ладно, ладно, давай. Держу. Спасибо за помощь. Зацени. Ого. Ты привыкаешь к новым симптомам? Да. Единственный минус только в том, что... Не, нету минусов, это просто офигенно. Правда? Нет минусов? А как насчет тех вооруженных ребят? Вон там, видишь, тебя ждут. Не минус? Ну-ну. Короче, пока непонятно, может, они тебя и не засекут, ведь ты же необычный биотеррорист. Обычный? Не-не, если ты про баранов, которые выстраиваются в очереди перед сканерами... Нет, Реджи, я необычный. Ты видел меня на мосту? Да видел. Мы их на раз уделаем. А давай сначала попробуем мимо них тихо пробраться. Как тебе план? Чтобы нас потом не искали по всему городу. Ну ладно, ладно. Ладно. Давай по-тихому, как скажешь. Обещай, что будешь вести себя спокойно и сдержанно. Тебя это правда волнует?
Может, парни из Деза и не такие сильные, как ты, как настоящие биотеррористы. Но их способностей вполне хватит, чтобы тебя прихлопнуть. Знаешь, ты испортил мне все удовольствие от поездки. Сколько я был в отключке? Неделю. Ого, так Дес поставил все это за... Да. Они не скучали. Значит так, когда пройдем, я загляну к друзьям-копам. Может, удастся получить доступ к базам данных. А ты пока сиди тут и не высовывайся. Они могут занервничать, если я приду к ним с биотеррористом. Ладно, босс. Зарегистрированное оружие. Я из полиции. Хорошо. В автобус не пускает, с друзьями не знакомит. Пожалуйста, приложите палец к рукам. Обнаружен проводник первого уровня. Разрешено уничтожение. Вас немного? Делсин, беги! Нет, нахрен! Делсин, не высовывайся! Не учи ученого! Вредно держать все в себе! Делсин, мы разделились. Ты как? Я зашибись. Как ты и сказал. Сижу тихо. Ладно, не привлекай внимания. Я позвоню, если что найду. Какого хрена? Вы же должны защищать их от меня! Делсин, я получил доступ к базе данных. Короче, глаза и уши у Деза повсюду. Ну? Тогда выколем эти глаза и отрежем уши. Так, вижу тебя на GPS. Рядом их мобильный штаб. Если выведешь его из строя, им будет гораздо сложнее за тобой следить. Мобильный штаб, понял. Слышь, а как я его узнаю? Приятно.
Может, останемся на уровне моря? Делфин, я получил доступ к базе данных. Короче, глаза и уши у Деза повсюду. Ну, тогда выколем эти глаза и отрежем уши. Так, вижу тебя на GPS. Рядом их мобильный штаб. Если выведешь его из строя, им будет гораздо сложнее за тобой следить. Мобильный штаб, понял. Слышь, а как я его узнаю-то? Это такой большой бронированный фургон с телекоммуникационной аппаратурой на крыше. Нашел вроде. Крутая тачка с огнями и металлической хренью наверху. Так, хорошо. По краям должны быть панели для вентиляции. Их надо разбить, тогда ядро перегреется и откроется. Ладно, разбить боковые панели. Это то, что нужно!
Бензин качать.
нашел источник питания? Он должен быть на крыше. А вот и ремонтник. Я люблю парней поменьше. А ставки-то повышаются. Поэтому люблю парней поменьше. Ставки-то повышаются. Поэтому люблю парней поменьше. Thank you.
знаю, что ты там. Ну что, кабан? Прости. Ой, зараза. Ну, получилось? Не успел. Дес налетел со всех сторон. Тогда вали оттуда. Да, гениальный совет.
Слушай, Реджи, а твои друзья-копы случаем не в курсе насчет этих ретрансляторов? Да их понатыкали по всему городу. Полиция Сиэтла за ними приглядывает, потому что Дес так и не объяснил, зачем они нужны. А ты можешь выяснить, где они понатыканы? Ну да, я же сказал. Скинь мне тогда координаты на телефон. Чтобы ты высосал из них новые силы, обойдешься. Вот оно как. Родной брат хочет, чтобы на бой с ультра-мега-биотеррористкой я пошел не в лучшей форме. Ну, я такого не говорил. Ладно, тогда не буду откладывать. Рвану прямо сейчас к Августине, чего тянуть. А там уж как повезет. Ладно, ладно, хватит. Ты только не лезь к Августине. А я сейчас вышлю координаты. Спасибо, Реджи, ты самый лучший брат на свете. Нет, лучший брат на свете запер бы тебя в шкафу в Сэмон Бэй до конца твоих дней. Вряд ли шкаф долго продержится против проводника, но спасибо за заботу. Здорово. Прости, бой. Не заметил. Thank you.
самое оно. Редж, ты бы только видел. Дес весь город раскурочил. И люди ходят какие-то все пришибленные и испуганные. Это называется военное положение. Чтобы контролировать город, нужно сломить его жителей. Это точно, они как армия оккупантов. Ты только не кричи на всю улицу.
Реджи, те ретрансляторы, которые мы видели по пути сюда, наверное, уже покоцанные были, а то этот плотно запечатан. Вряд ли Десс одолжит тебе ключи, так что придется как-то сломать защиту. Ну, к счастью, ломать я как раз здорово наловчился. Шикарно получится. А ну-ка, поберегись. Знаешь, с учетом того, как быстро я прогрессирую, еще одна-две новых силы и уже может... Ну, конечно. Не задавайся. Она недавно у тебя... Значит, думаешь, еще... Именно так. Редж, ну и зрелище. Тут вообще никого. Паромы больше не ходят. То же самое в аэропорту и на вокзале. А теперь и моста нет. Город в полной изоляции. Тяжело нам придется. Надо. Как, по-твоему, Десс во всех городах так себя ведет?
Говорят, что да. И почему народ это терпит? Да просто большинство людей на самом деле не готовы рисковать жизнью ради свободы или права быть счастливыми. Не, не думаю. На подходе к